Друзья, привет! Нахожусь на очередном нашем объекте. Выполняем работы по утеплению скатной крыши. И в настоящее время уже приступаем на определенных участках к устройству пароизоляционного слоя. Какие есть у нас здесь моменты? Вот здесь вот участок пока специально оставили открытым, не доделали, поскольку там будут вестись еще работы по примыканию проходного элемента. Можно разглядеть весь пирог утепления. Вот здесь вот у нас идет первый слой 150 мм межстропил. Далее устанавливается брусок по горизонту. Между бруском укладывается утеплитель толщиной 50 мм. Далее брусок 1-2 по вертикали. И укладывается еще слой 50 мм. Таким вот образом у нас получается общая толщина теплоизоляции 250 мм и получился двойной перехлёстный слой. Для чего делается перехлёст? Для того, чтобы избежать какие-либо мостики холода. Тем более кровля у нас здесь имеет вот такие вот элементы ригеля. Они являются достаточно уязвимыми. Вот на них надо обращать особое внимание, чтобы утеплитель был вложен максимально плотно. Есть на данном объекте также у нас вот такие вот изделия в виде карнизных комплексов от компании Velux. Какие здесь есть тоже интересные моменты. Ну вот так вот здесь было выполнено устройство пароизоляции. Вот видим, такие вот есть слабые места. Такие вот щели. Вот эту часть будем дополнительно утеплять. Утеплим также откосную часть. Обязательно это слабые места. Вот здесь вот заменим пароизоляцию. Как раз видим хорошо здесь тоже пирог. Брусок 1, брусок 2. Здесь уже идет у нас стропило. Вот. Утеплитель достаточно рыхловат, вот этот, тоже его заменим. Ну, если сравнить, опять же, с Урсой, которая, вот она, более упругая. Здесь раз подмял, два, ну, слишком рыхлый. Поменяем. Какой есть нюанс по примыканию? Это вот готовое решение от производителя, вот на таких вот саморезах, резиновое уплотнение. Ну, на наш взгляд, это не очень герметичный узел, особенно в комплексе с карнизным окном. Есть вот такая вот очень хорошая лента. Delta Tix VDR. Которая нам позволит сделать качественное и герметичное примыкание непосредственно к оконной конструкции. Лента по ширине прекрасно входит в оконный паз заводской, куда впоследствии будет подведена отделка. И очень хорошо на ней держится пароизоляция. Вот такие вот работы мы проводим. Еще предстоит многое сделать. Ну, покажем вам в ходе производства работ следующие этапы. Всем пока!